А ты, Марина, напомни песню, которую ты слушал. Но вы у Инны запели вот сейчас. Thank you.
Мьюзик. Он где-то там третий, по-моему. Что нам не мешает повторить. Аты-баты шли солдаты. Потом пусть работает сама, захочешь, запоешь. Она работает? Да. Зачем? Впустую работает. Я однажды гулял по столице, двух прохожих случайно зашиб. Не попавший за это в милицию, я увидел ее и погиб. Я не знаю, что там она делала, видно, паспорт пришла получать. Молодая, красивая, белая, и решил я ее. Шел за ней и запомнил парадное, что сказать мне, ведь я хулиган. Выпил я и позвал ненаглядную привокзальный один ресторан. Но ей улыбались прохожие, мне хоть просто кричи караул. Одному человеку пороже я дал за то, что он ей подморгнул. Говорил я, что жизнь нет, а что там точно? Нет, я икру и булки намазывал, деньги словно рекой утекли. Я такие песни заказывал, а в конце заказал журавли. Говорил я, что жизнь вся потеряна, я сморкался и плакал в кашле. Она мне сказала, я верю вам, я отдамся по сходной цене. Я ударил ее, птицу белую, закипела горячая кровь. Понял я, что милиция делала, она из первого взгляда любовь. А это Инки на приемную дочь спросила, когда это выпили, а она говорит, а что она там делала? А ты не понял. Санек, подожди, подожди, не спеши. Санечка, одну секундочку. Подожди, перетерпи. Бабы, в принципе, не интересовали. Не потому что... А? Вот это я записал. Да? Не, ну правда, клянусь. Мы там на охоту куда-нибудь, портвишку где-нибудь там. Какую-нибудь цыганку там. Жалко, что ты не было точно. Я молчу.